КВН – игра, которая уже несколько десятков лет собирает самых веселых и находчивых. В минувшие выходные в юмористическом состязании сошлись лучшие молодежные команды из 3-й и 7-й школ, а также ЛМК и СКИБИИТ. Мы ожидаем полностью возродить КВН на территории нашего города и района. Хотим, чтобы это было систематически, хотя бы раз в квартал, но чтобы такие игры проводились, потому что молодежь хочет, молодежь желает, чтобы такие игры проводились, и сами мы считаем, что это для нас очень нужно. Как признаются сами игроки, КВН – это образ жизни, ну а выступление – шанс проявить себя и побороться за кубок. Я с детства люблю шутить, юморно, все мне это говорили, вот решил пойти. Мы приготовили номера, связанные со студенческой жизнью, как проходят обычные дни студентов. Команда Лабинского медицинского колледжа «Домино». Как мы рады, что проводятся такие мероприятия у нас в городе. То, что не забывают и про КВНщиков. Ну, конечно, было трудно. Мы готовились каждый день с 8 утра до 5 вечера. Приходили, сидели. Даже бывало, задерживались там до 10 часов. Ну, в общем, подготовились нормально. Надеемся, выступим, порадуем вас, повеселим. Это был настоящий праздник юмора и смеха. Кстати, оценивать выступления ребят собрались непростые люди. В состав жюри вошли чемпион открытой Пятигорской лиги КВН 2008-2009 года Тимур Зайцев, директор Центра досуга молодежи Татьяна Шумская, начальник управления по делам молодежи Валентина Рябуха, редактор Северной лиги КВН Дмитрий Балышканов и начальник отдела РОМС Эрик Григорян. Очень приятно, что пригласили. Я ожидаю сегодня юмор. Я хочу посмеяться, реально. Буду судить строго, но справедливо. Я видел команды до игры, но у ребят есть потенциал. Для того, чтобы победить, участники должны были выступить в 3 конкурсах. Показать свои номера визитки и музыкальным домашним заданием. Ответить на вопросы жюри в разминке. Участники команд не обманули ожидания зрителя и понимая, что КВН – клуб веселых, но относиться к игре нужно серьезно. Они подошли к бою шутками основательно. Смех в зале не умолкал ни на минуту. Сегодня состоялся замечательный праздник юмора и смеха. Состоялась игра КВН, в которой приняли участие замечательные городские команды. Я думаю, что пройдет не так много времени, к этим командам присоединятся также КВНовские команды сельских поселений. У них будет настоящая хорошая конкуренция. Вы видели, как поддерживали наших КВНщиков зрители. Праздник действительно получился по-настоящему КВНовским. Перед жюри в этот день стояла нелегкая задача – по достоинству оценить юмор, ведь у всех команд были яркие, интересные выступления. По итогам 3 конкурсов победителем стала команда под названием «Домино» из ЛМК. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания «Алабан».